Добрый день, уважаемые коллеги! Мне очень приятно и почетно представлять город Барнаул на форуме краеведов в Москве. Разрешите представиться, Белоглазова Галина Николаевна, педагог дополнительного образования Алтайского краевого центра детского отдыха, туризма и краеведения «Алтай». На базе школы номер 125 города Барнаула я веду кружок «Родословие». Краеведением занимаюсь с 1997 года. По образованию – учитель истории. По определению в обществе – краевед. В 1998 году стояла у истоков создания школьного музея наследия в школе номер 125 города Барнаула. Была его руководителем. Являюсь автором сборников писем и воспоминаний военных лет, автором документальных очерков и интервью о войне и жизни в тылу, а также книг, которые вы видите на экране. Мои книги для меня помощники при работе со школьниками. Благодаря книге «Письма с фронта любимым» было реализовано несколько проектов, написаны программы для изучения краеведения, в которых объединяющей идеей является ценность семьи в современном обществе, сохранение, а в каких-то случаях восстановление связи поколений, воспитание патриотизма и любви к своему краю, родине. Спасибо.
Здравствуйте, дорогие мои, любимые, незабываемые крошки, Надя, Вова, родные папа, мама, Муся и все-все. Вы знаете, мы находимся на военном положении. Пишу коротко, не ругайте меня, буду жив или нет, буду защищать Родину до последнего дыхания. Из школы выпустили командирами, адреса определенного нет. Надя, не обижайся, может, будем живы, увидимся. Расти сына, особенно не волнуйся. Ну а после моей смерти устраивайся жить как себе лучше. А пока всего хорошего. Не ругайте, оставайтесь живыми. Вот, пока спешу. Все, целую крепко миллион раз. Пока, пока, пока. Костя. 23 июня 1941 года. Письмо Семенова Константина Дмитриевича адресовано супруге Надежде в город Барнаул. Погиб Константин на второй день от начала войны.